Всем привет! Мы находимся на первом российском мейджоре «Эпицентр XL». Это очень масштабное мероприятие с призовым фондом в 1 миллион долларов. Церемония открытия превзошла все наши ожидания. Давайте же посмотрим ее вместе. Что ж, поехали. Здесь проходят люди по билетам, благодаря штрих-коду. Но надеюсь, что так как мы СМИ, нас пропустят просто так, верно? Безопасность превыше всего, осмотр обязателен. Ребят, мы апаемся по левелу. Обратите внимание. Еще немного и будет 100-й левел. Это очень классно. Так, друзья, мы попали внутрь. Здесь у нас находится фрагстор. Сними, пожалуйста, фрагстор. Давай зайдем внутрь, посмотрим, что там есть. Несмотря на то, что сейчас играет Flight to Moon и Pain Gaming, людей здесь все равно достаточно. Есть и мягкие игрушки с героями Dota 2, а также футболки, толстовки, Virtus Pro. Нави я пока не вижу. Игровые гарнитуры, мышки, клавиатуры слева от тебя. Даже для любителей Virtus Pro есть как раз таки шапка с Virtus Pro. Ребята, здесь еще один отдел от Фрагстора. Давайте посмотрим, что в нем. А вот здесь совсем плюш. И, кстати говоря, вся атрибутика для фанатов Нави. Нави в турнире, к сожалению, не участвуют, но фанаты Нави здесь, как всегда. Вы фанат Нави? Да. Наверное, расстроены, что, к сожалению, Нави не играют. Да. Смотрели их игры? Как все. Что можешь сказать об играх? Может быть, вы бы изменили что-то в их пике или что-нибудь в этом роде? В первой игре ребята сами сказали, что себя перепикали, а во второй уже на дизморали с этой медузой, так понимаю, они вообще, ну, может, тренировались где-то, но что-то пошло не так. Где-то ульту не нажали, где-то варда не было, сноубол пошел и проиграли 2-0. А другой фаворит у вас есть? Да, ликвиды. Разрешите подать вам руку. Надеюсь, ликвиды выиграют. Надеюсь. Что ж, друзья, здесь как раз-таки та рука, о которой говорили аналитики, и она достанется лучшему игроку. Рука действительно большая, красивая, наверное, тяжелая. Выглядит она довольно-таки массивной. Ребята, здесь очень крутой косплей на Dark Willow, он просто великолепен. Скажите, пожалуйста, долго вы его делали? 4 месяца. Обалдеть, 4 месяца! Скажите, пожалуйста, затратно вышло по материалам? 12 тысяч. Ребята, просто это потрясающий косплей, если вы присутствуете на эпицентре, обязательно с ней сфотографируйтесь, она очень классно его сделала, просто великолепно. А почему именно Dark Willow? Захотелось, мой муж любит на ней играть. А вы сами играете? Уже давно нет, я с ребенком сижу. Это здорово, вы огромная молодец, спасибо вам. Людей просто огромное количество, и причем это количество превысило прошлый эпицентр.
По-моему, это очень здорово. Сэмка, остановись, пожалуйста. Можешь с тобой поговорить? Скажи, пожалуйста, ты болеешь за какую-то команду? За ВП. О, за ВП. Сэмка болеет за ВП. Это очень классно. Долго делал свой костюм? Ну, достаточно долго, на самом деле. Ну, порядка 2,5 месяцев. И периодически приходится еще подклеивать стразики, подкрашивать все. Это здорово. А если не секрет, то по деньгам сколько у тебя вышел костюм? А по материалам? Ну, около 13-14 тысяч, не считая посоха. И еще такой вопрос. Почему именно Релай? Ну, на самом деле у меня много костюмов. Завтра я приду в Миране. У меня есть котик, но транспортировка кота обходится очень дорого. Здорово. Надеюсь, завтра увидеть тебя в Миране. Приятно было пообщаться. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, что это за автоматы, как в них играть, что там делать? Ну, здравствуйте. Соответственно, аппараты, в них шары, в которых купоны на получение каких-то призов. Либо это значок, худи, это какая-то маленькая мягкая игрушка, автограф-сессия, или футболки, которых сейчас пока нет. Вот, соответственно... Ребята подходят сюда, почти 100% шанс выиграть, они выигрывают, идут, у них 3 попытки на моем автомате, 1 попытка на том автомате, который дальше, чтобы, собственно, не идти далеко до выдачи. Идут на выдачу и забирают приз, 1 подарок в день. Вот, вне зависимости от билета, вне зависимости, это бесплатно, и всем, каждый может попробовать. По-моему, это потрясающая идея, верно? И то есть беспроигрышная? Почти беспроигрышная, некоторые волнуются, не получается, но в целом да. Потрясающе, ребят, я иду пробовать. Здравствуйте, можно вам задать несколько вопросов? Да. Скажите, пожалуйста, а что здесь вообще? Вы просто как от медиамаркета? Да, мы работники медиамаркета. Прямо работаете? Можете поучаствовать в нашей акции, хотите? А что за акция? Смотрите, вы выкладываете фотографию с нами с этим хэштегом, и за это получаете от нас карту на 500 рублей. Подарок. Ребят, слышали? Такими красивыми девушками не выложить фотографию, ну, надо быть очень глупым. Тем более, ребята, пожалуйста, обратите на это внимание, это здорово. Скажите, долго делали свои костюмы? Ой, это достаточно старый костюм, я его делала в течение 3 недель, года 3 назад. Очень быстро. Да. У меня примерно то же самое, старый костюм, поэтому я делала долго, но сейчас бы сделала быстро. Клево, вы очень красивые, спасибо вам. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что здесь происходит? Здесь происходит презентация Йоты, где вы можете записать крутой видос, где вы говорите свой никнейм. Я создан, чтобы тащить, и за это вы получаете футболку с вашим никнеймом за 30 лайков. Соответственно, также вы можете получить крутой плакат, вот, ну и кучу всяких мероприятий, где вы получите много всяких удовольствий. Спасибо, ребят, давайте пробовать. Итак, вписываю здесь, верно? На сцене уже есть, такие они уже домашние. Я понимаю, что опыт на сцене есть, потому что я когда смотрел фильмы из гостиницы, где они сидят вот там на одном и том же месте 5-6 дней, они говорят намного лучше, намного ярче, но здесь видим просто изменения в одну калитку. Здесь где-то, наверное, после 10 минуты просто не было борьбы. Ну, здесь они ничего не смогли сделать, очень грамотно сплать мозговую игру провели. Ну да, в принципе, то есть, если ты проигрываешь старт, то тяжело вернуться, и даже гранды мирового уровня иногда не могут ничего сделать, как-то камбэкнуть в игру. Пейн все-таки не настолько опытный в этом плане, не настолько хороши, тут их убили.